I got broads in Atlanta, switch to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the family. Чё, пацаны, Радмирчик, всем здорово, с вами был Лушка, короче. Продолжаем играть на Радмире. Почему продолжаем? Потому что одна серия уже была. Сегодня, как вы уже додались по превьюшке, я полюбас уже заспойлерил. Покупаем Е60, благо деньги есть. Все, МБУ есть, реподвеска, радар, детектор, звуковой сигнал, стробоскоп есть, МИ-60, 20 тысяч, покупатель, подтверждаю, и продавец, вы успешно приобрели данное транспортное средство. Все, спасибо, спасибо. Так, есть на нас? Да, все есть. Жди серийку. Короче, я, наверное, попробую сделать жоповоз. Кто шарит, тот поймет. Жоповоз, типа, на Радмире. Вот такой. 322, 323 МКЕ. Едет нормально вообще. Вот, короче, подъезжаем тюниться в ЛВ, как всегда. Я, если не буду тюниться в ЛВ. Вот это на V10 раскладывается. Все равно скоро будет у нас полюбас V10. Так, заезжаем в тюнинг. Вот, смотрите, как тут тюнинг реализованный. Колеса нам не надо. Вот у нас есть колесики. Запчасти. Что у нас стоит? Радар детектор. Это, короче, возле камеры, когда будете проезжать, она будет вам пикать, что камера. Так, стробоскопы у меня стоят, но и мне что-то не нравится, если честно. Сигнал у нас полицейский. У нас полицейский сигнал стоит. Заглушка РБ. Это, короче, если вы не пристегнулись, то заглушивают. Подвеска 10 тысяч что-то стоит, ага. Вот в чем прикол, чего никто не ставит, ага. Неоновые не сделали, все нормально, так. А будет... обвес, обвеса нету, да? Да, но скоро с обновлением добавят и обвесики на тачке, будет нормально. Это... чё? Чиповочки, ну это потом причипуем, мне пока и это нравится. Ну так нормально, короче. Но потом прочипуемся по любас. Почему Е60? Потому что едет 320 дешево стоит. Так что вот так. Давайте заедем в винильчик. Перекрасим немножко. А то что-то она мне не айс так нравится. Покраска автомобиля. Ё-моё, тут еще две полосочки есть. Вы понимаете, что означает две полоски? То есть мне уже не надо будет покупать две полоски, мне надо только градиент купить. 2 hours later. Короче, не делал как ЖПОС, потому что там тупо не хотела растягиваться градиент, и это очень мешало. И пришлось, короче, ничего не делать и сделать такой вот темно-синий, тем более темно-синий. Ну, это не синий, такой голубовато-синий, не знаю, что за цвет. Ну, любимый цвет мой синий, там, может, кто-то знает, может, кто не знает. Вот такой, короче, теперь... Блин, привет, двойку нажимать, смотри, теперь, блин, всегда двойку нажимать. Смотри, что по ГТР. Давайте теперь поставим нормальные номера. Причем вообще номера украинские стоят, заказные. Например, ЮА, автотранспорт. 15 тысяч! 15 тысяч! Казахстанский автотранспорт 15. Мутавский 18, пипец. Давайте, короче, поставим просто регистрацию. ЮА. Все. АВ регион. Установить. ЮА. Вот, АВ. Фух. Тут на английском надо. Забыл. Вот, АВ. АВ-8-895-0-ЕС. Ну, такой себе, если честно. Чё, пацаны, напоследок пару кадров. Почему именно на Радмире тоже пошёл? Потому что, смотри, забанят. Не знаю, разбанят ли, не разбанят. Мне кажется, мне как-то лично уже не очень хочется на ней играть. Потому что там как-то тупо, играя на Радмире, мне что-то больше нравится. Но все, что на Радмире, это фигово, что обновления давно не было. Вот в чем прикол.
И вот такое. Давайте посмотрим, что за замка. Тисочки вот такие вот стоят подробные. Типа пародия на волки, но что-то такое. Тонировка присутствует. Такой вот цветик хороший стоит. Стоит две полосочки. Украинские номера. Вот хотел сказать, что на других серверах, типа CCD, смотри, мне что-то не хотелось ставить украинские номера. А тут они так четко сделаны, что мне только их хочется ставить, и все. Вот такой, короче, и сзади вот тоже так сочно смотрится, значок Давидыча, т.д. и т.п. Вот такой. Что хотел еще по функционалу показать, смотрите. Чтобы открыть тачку, не надо там всякие F1, там F3 нажимать, просто подходим к тачке, нажимаем К, английскую, и все. Все, аварийка. Подошла вот самое четкое, это такой, типа, смотрите. Идете на Альте и такие на К. Вот. Открылись, открываем, где мы? Открываем и садимся. Вот в целом вообще качественно на каждое авто сделано, но в чем прикол, что я, ну, пока еще не добавлю этот первого лица, я вообще как красиво камхаком облетел на камхак, еще не добавили, короче, по мелочи. Также тут присутствуют стеклоподъемники, вот, но они пока не работают, но звучок у них есть, вот смотрите, сейчас я звучка немножко прибавлю. Вот. Где она? Вот, слышите, звучок есть. Ну, пока стеклоподъемники только работают на гелике, на ГТ, не на этом. На Rolls-Royce, если не ошибаюсь, так-то все. Короче, в чем прикол? Смотрите, какой ход сделанный. И чтобы нам, короче, надо сесть в тачку, пристегнуться на Б. Английскую, чтобы там хп не уменьшалось, да и т.п. Shift это круиз. Потом, чтобы закрыть тачку, К нажимаем. Вот. Чтобы фары уключить других игрок, т.д. и т.п. Чтобы двигатель завести, надо подержать кнопочку 2. Все. Вот у меня звук там заменен, ну, такой. И тут присутствует также ручник. Там приехали, поставили на ручник, и все. И смотрите, вот видите, тачка никуда не едет. Вот такое, короче. Починиться на R, заложить на 2. А пневма, то есть можно поднять тачку, можно опустить. И прикол в том, что если ты не отстегнешь ремень и откроешь двери, ты с тачки не выйдешь. Это тоже. Ну вот и все, вот такая вот первая, можно сказать, серия на Редмире, вступительная. Обязательно ставьте лайкосик, если вам понравилась данная тачка, данная серия. Подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Играли на Редмире 2. С вами был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем покушки.